Точка кипения Удмуртского государственного университета – это комфортное пространство для коллективной работы, объединяющее сообщество активной молодежи, предпринимателей, научных работников и представителей власти. Здесь каждый может организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях на базе сервиса «Лидер ID». Учить и учиться в профессиональных сообществах, делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать идеи, стартапы, собирать команду для реализации проекта, найти экспертов или инвесторов по всей стране. Сеть проектных офисов «Точка кипения» – это федеральный проект агентства стратегических инициатив, направленный на решение ключевых задач национально-технологической инициативы. 4 декабря 2021 года «Точка кипения УДГУ» отмечает свой первый день рождения. За этот год на ее площадке прошло 255 мероприятий. Это были стратегические сессии, вебинары, конференции, круглые столы, семинары, акции, хакатоны, лекции, тренинги и мастер-классы, участие в которых приняло 9470 человек. Спикерами и экспертами мероприятий выступали ученые и преподаватели, представители общественности, власти и бизнеса. Наша точка кипения – это современное пространство, которое объединяет студентов, преподавателей, представителей власти, бизнеса и общественности для поддержки молодежи в реализации их идей и проектов. В повестке точки кипения важную роль играет участие студентов Удмуртского государственного университета в сетевых мероприятиях, организуемых агентством стратегических инициатив, платформой НТИ и университетом 2035. Так, в текущем году студенты нашего вуза получили возможность принять участие во многих таких мероприятиях, в том числе всероссийских диктантах по информационным технологиям и искусственному интеллекту, дата-хакатоне World AI and Data Challenge по решению глобальных социальных задач, всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй» и проектно-образовательных интенсивах «От идеи к прототипу», предакселераторе НТИ, всероссийском акселераторе социальных инициатив «Рейс». Благодаря точке кипения мы полностью погрузились в проектную деятельность и смогли выйти на всероссийский уровень. Также мы участвуем во всероссийском акселераторе «Рейс», прокачиваем свои навыки. Большое спасибо программному директору точки кипения Ольге Александровне. Вместе с ней и нашей группой мы готовим 3 социально направленных проекта. На сегодняшний день в точке кипения сформировано 5 команд участников проектно-образовательных интенсивов, студенты которых обучаются по разным направлениям: экономика и управление, искусство и дизайн, история и социология, социальные коммуникации, право, социальное управление и безопасность, математика, информационные технологии и физика. Очень круто, что мы смогли собраться с разных институтов. То есть у нас такая разношерстная команда, которая дополняет друг друга и может с разных сторон улучшить проект, внести какой-то вклад и тем самым развить нашу идею. Эти команды под руководством наставников разрабатывают собственные стартапы. Студенты принимают участие в образовательных сессиях, общаются с федеральными экспертами и представителями бизнеса, развивая свои компетенции в таких направлениях, как FoodNet, HomeNet, SafeNet, VRNet, технологическое и социальное предпринимательство. В конце этого года команды презентуют свои проекты на демо-днях региональным экспертам и заказчикам от бизнеса. Наш проект – это приложение для Творческого союза художников России в Удмуртии. И мы делаем это для заказчика и создаем приложение для, в принципе, художников, где каждый сможет продать свои работы, загрузить свое портфолио и реализоваться как художник, найти компанию по интересам. Точка кипения поддерживает студенческие инициативы. В этом году на базе точки кипения начали свою деятельность 2 студенческих клуба. Клуб настольных игр, благодаря которому студенты развивают soft skills, гибкие навыки, связанные не с предметными областями, а с личностными качествами и социальным взаимодействием, эмоциональный интеллект, критическое мышление, коммуникативные навыки и умение работать в команде. И разговорный клуб, который помогает студентам, интересующимся иностранными языками, практиковать его вместе с носителями языка. Организаторами клуба являются студенты-кураторы Международного студенческого клуба УДГУ.
В этом году в нашей точке кипения прошло много мероприятий и знаковых событий для региона и нашего вуза. Сформированы технологические команды, которые принимают участие в проектно-образовательных интенсивах и разрабатывают собственные стартапы. Появился новый лидер Григорий Евгеньевич Ушаков, управляющий технопарком «Нобель». Намечены пути взаимодействия с Корпорацией развития Удмуртии, Всероссийским банковским агентством, Региональным центром информатизации Удмуртской республики и Кванториумом. Это взаимодействие даст нам новые совместные проекты, направленные на развитие и поддержку молодежных стартапов, студенческого, технологического и социального предпринимательства. И это только начало. Также в точке кипения реализовали свою совместную инициативу студенты Удмуртского государственного университета и Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова «Ижевск Game Jam». Хотелось бы прежде всего сказать большое спасибо точке кипения УДГУ. В этом месте любой студент может реализовать свои инициативы, и в этом ему помогут эксперты. Можно прийти с любой идеей и провести, например, интенсив или как мы мероприятие. В дальнейшем хотелось бы сотрудничать больше с точкой кипения, и мы очень рады, что есть такая возможность. Спасибо большое еще раз. Они объединились в команду, организовали проведение образовательного интенсива и соревнования по разработке компьютерных игр. В реализации студенческой инициативы помогали преподаватели обоих вузов и игровая компания Black Games, EPAM System и 7 пядей. Присоединяйся и достигай новых вершин вместе с нами! Выражаем слова благодарности Агентству стратегических инициатив и руководству университета за поддержку, а также всем нашим партнерам за совместную деятельность. Уверена, что впереди нас ждут новые идеи, проекты и новые достижения.